Здравствуйте, я Рученко Арина Александровна, врач-физиотерапевт и педиатр клиники Авиценна. Сегодня я хочу с вами поговорить о методах физиотерапии, используемых в нашей клинике. Все мы знаем, что наиболее частыми причинами обращения в физиотерапевтический кабинет являются заболевания опорно-двигательного аппарата, артрозы, артриты, грыжи межпозвоночных дисков, остеохондроз. Но я бы хотела обратить ваше внимание на возможность проведения в клинике лечения реабилитации больных с бронхолегочной патологией, патологией сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. И отдельное внимание я бы хотела уделить реабилитации детей. Как врач-педиатр я бы хотела порекомендовать для детей грудного возраста электрофорез лекарственный с целью лечения таких заболеваний, как кривошея, дисплазия тазобедренного сустава, нарушение тонуса гиперэгипом, лечение неврологических заболеваний и родовые травмы. На данный момент в кабинете физиотерапии имеются такие аппараты, как я уже говорила, лекарственный электрофорез, также аппарат электролечения, это амплипульс, ультразвуковой терапии аппарат, магнитотерапия аппарат, низкочастотный лазер и возможно использование теплолечения в виде аппликации парафина. Физиотерапевтические процедуры, как и любое другое лечение, имеют свои показания и противопоказания. Их вид, количество и комбинация выбирается индивидуально для каждого пациента. И моя роль как физиотерапевта – выбрать оптимальный метод лечения. Как я уже говорила, на каждой стадии заболевания для каждого пациента необходимо подобрать свою методику. Поэтому перед использованием физиотерапии необходимо проконсультироваться с физиотерапевтом. Консультация физиотерапевта в клинике Авиценна бесплатна. Желаю вам здоровья, до встречи в клинике Авиценна.